За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусная инфекция поставлен 91 человеку. 85 жителей вылечились. Летальных исходов 10. О ситуации в празднике и прогнозах на ближайшее время говорили на совещании в Доме правительства. На протяжении длительных выходных все медицинские организации работали в штатном режиме. Обеспечивалась как экстренная, так и неотложная медицинская помощь. Продолжали работать и амбулаторные центры. За эти праздничные дни, значит, по 11 часов включительно, новая коронавирусная инфекция выявлена у 983 человек, из них 25 несовершеннолетних. Суточный темп прироста составил, значит, 0,51%. Выздоровело 912 человек. И, значит, суммарно по результатам патологоанатомической телоумешанного коронавирусной инфекции основная причина смерти констатирована у 105 человек. За новогодние праздники увеличилось число заболевших среди приехавших из других регионов. Мигрантов, которые особенно прибывают из регионов неблагополучных, эпидемиологически неблагополучных регионов, это в частности заработков с Москвы, мы видим эту тенденцию и на праздничные дни она была, то есть даже вот среди количества тестируемых, это вот в основном, то есть приезжие, которые и процент выявленных случаев именно у приезжих. На данный момент в республике активно проходит вакцинация. Всего в Чувашию поступило 2242 дозы. На сегодня вакцинировано около 800 врачей, учителей и социальных работников. Из них 82 человека уже завершили курс из двух компонентов. В ближайшие дни в республику должна поступить еще одна партия вакцин. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика.